Всем здорова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, а также Донни. И сегодня мы продолжаем играть в GTA 5 онлайн, а это рубрика «Ступеньки в GTA 5». Кукусяндр, дорогие мои. Да, ребята, сегодня у нас все те же 30 ступенек, попытаемся мы, собственно, расчехлить вон того человечка, заехать на самую последнюю 30-ю ступенечку, как это делали мы ранее, вот, а будем спавнить мы случайные рандомные машинки. По одной на первый раунд, и потом кто выиграл будет спавнить уже 3 тачки, а проигравший всего 2. Кто заедет дальше всех, тот будет получать экстра балл по окончании этой рубрики. Я заспавнил себе первую точку Тесла. Плохо. Нормально, да, я тоже спавню. Сейчас загрузим. Давай, спавню. Так, пошла. Ну, это еще хуже. Я напоминаю, ребята, у нас будет всего минута на раунд. 13 раундов. Броню мы убрали, я готов. Ну что, я поехал, если готов. Да. Поехали, Let's время go. Пошло. Надо заехать как можно дальше, друзья. И тогда будет тебе счастье. Ну, тебе не будет счастья, ты проиграешь. Мне счастье будет. Ты проиграешь. Потому что это Тесла, брат. И чё? Эй! Едь отсюда! Васёк! Едь отсюда подальше! Ну, такое, блин. А, ты еще и поднимаешься, я понял. Так, а Тесла что-нибудь продемонстрирует нам сегодня? А ну-ка, ребята. Я очень надеюсь, что да. И, кстати, пока мы будем вот так вот долбиться в эту ступеньку, просто... Поставьте обязательно лайки, а также, ребята, кто еще не подписан, подпишитесь на канал, потому что на канале выходит по 2 ролика таких веселых, пока угарных Димон людей. Пока Димон долбится в ступеньку. Не, спасибо. Ставьте лайки. Да уйди ты. Сам так сказал. 46 секунд, неужели будет ничья? Да, алло, дядь. Твоя задница мешает, она настолько огромная. Ты в меня прям заехал. Ты, конечно, такой маленький, но на этой ступеньке тебя очень много, брат. У меня уже чек энджин. 57, 58, 59. Минута, и я тоже не успел. Удаляй тачки. Пока что, в принципе, удаляй тачки, это всего лишь 8-я ступенька. Я думаю, дальше у нас тачки заедут точно. А мы спавним следующие от машинки по 3 тачки, ребята. 1-1 у нас. Давай. Опа, первая есть, вторая есть, и третья, ну, ребята, я не знаю. Гелик брать не брать, но все остальное... Все остальное машины? Очень плохое. У кого? Ты 2 сделал себе? Нет, 3? Я себе 3 сделал. Я просто уже, ну, подготовил. Обычные погрешки... Подвеска, бронишка, я готов. С винишком поехали, брат. Братишка, винишка ты мой. Дагестан у меня, брат. Дагестан должен тащить. Кстати, когда-то я помню, у нас на серии тоже выпал такой гелик. Я его взял, и пацаны все, которые с тех краев, они прям забыли. Прям ауф. Ауфнули, да. Они прям, волки в комментариях столько комментариев написали, я всем отвечал. Поэтому, ребята, если кто-то пишет... Понятно, ты попробуй меня ответить. Приеду, да, разберутся еще со мной тут. Братан, я, кажется, все. При этом 40 секунд уже позади. И это 9-я ступенька. Так, подожди-ка. У меня был какой-то потенциал, потенциометр. У меня сломался в Volkswagen, не надо поменять. 9-я ступенька у меня. 9-я ступенька, 50 секунд позади. Ну все, короче, я не понимаю. И я, да, я тоже не заехал, но в любом случае, ребята, это не экстра. Ну, как бы экстра, но плохое экстра. Ты удали свою тачку, а я в итоге оставлю пока что на 9-й ступеньке наш гелик, и погнали спавнить следующей тачки. Да ну, а мне маслкар можно? 2 машины хорошие. А мне маслкар можно какой-нибудь? Ну не 370Z, ну и не самолет. Самолет. Ну и прицеп. Не прицеп. Маслкар. Офигенно. Офигенно. Ребята, 2-1 по баллам. Третий раунд у нас уже. И подожди-ка, сейчас надо подготовиться. Как минимум подвеску брать, броню убрать. Ну и, собственно говоря, чистить секундомер. Поехали. Давай. Поехали, пацаны. Чей маслкар лучше? Чье кунг-фу лучше? Твое, мое, брат. Мое кунг-фу лучше, твое кунг-фу. Твое кунг-фу лучше? Да. Ладно, я массой задавлю, не переживай. Я сумоист. Так это не кунг-фу, братан, это уже сумо, если что. Я же говорю, я сумоист, я выиграю тебя. Так, ладно, 9-я ступенька на изи моя. 10-я давай-ка. 10-я на изи моя. Ну, братан, ну, кстати говоря, вот этот Stallion, тачка у меня очень мощная. Он офигенный из всех маслкаров, и побить его будет сложно. Время быстрее кончится, чем... Ага, здорово. Чем наш потенциал. Ой-ой. Нормально. Ребята, надо делать 3-1. Кто не смотрел предыдущую серию по прыжкам, там Донни вообще офигел. Поначалу я его просто в щи... Выиграл. Кого-то там щи. На прыжках. А потом что-то произошло не то. Что-то не то. Кто это сделал? Я не знаю. Рандом что-то не расчехлился мне больше. 58, 59, 60. И время вышло. Минута 0,1, минута 0,2. Ну я не заехал. Четвертый, я определился. Понимаю, короче, у меня. Вот это тачки. Вах, тачки. Отлично. Нормально. Мне нравится. Мне все по кайфу. Все в жизни хорошо у меня.
Давайте подготовим тачку, ребята, обнулим наш секундомер, и я буду, в общем-то, готов. Поехали. Я не успел обнулить, ты уже поехал. Ладно. Так, какая разница, он будет впереди меня на своем-то маслкаре. Ну да, мустанг тащит, мустанг топчик. Погнали, пробуем. 10 секунд позади. Тихо-тихо-тихо, седьмая ступенька. Ну давай. Да поехали. Все нормально, все замечательно. А ну ты едешь тоже, у тебя перед поднимается, я смотрю, да? Да, правильно смотришь. Правильно смотрю. Да чё... А, ну вот вы видите этого клопа, ребята. Вот вечно мешает. Ну а как? А как еще? Вечно мешает. Вечно вот... Ты ж фуфел. Не мешай. Да фуфел! До свидания. Зараза. Пошел. Ладно, 14 ступенька будет у меня, ну-ка. Мустанг, давай, 14 ступенька нужна, 15, 50 секунд уже позади. Ну, новый экстра я не поставлю, и на 14 я тоже не заеду. Ладно, время вышло, я удалил тачки, и того получает 4-1. Мы переходим, ребята, к пятому раунду, и давай спавним следующие тачки. Давай, поехали. Ух ты. Я не знаю, что брать, наверное, возьму я все-таки вот этот, но... Я понял, тебя, собственно говоря, из арены, Вар, у меня... Дракстер, давай попробуем на нем. Мы переходим к пятому раунду, в принципе, все, да, я готов, ты готов? Поехали, брат. Ну, меня спасет, если я хорошо подлечу. Очень спасет. Опа, хорошо подлетел. И сразу 11 ступенька. У меня не поднимает морду. А теперь играем на время, ребята, очень надеюсь, что арена, тачка... Ванька не заедет, а ну-ка, стой. Ну-ка, стой, я понял. Я повис! Помоги, брат. Не, братан, да помоги не ты, сегодня. Ну чё сегодня. Ты, ну мы же, блин, друзья. Были когда-то. Ну, я понял. Все понятно, что. Тогда я от своих слов не отказываюсь. С прыжками. До свидания. 12-я моя ступенька. И ты здесь, да? Понимаю, ребята. А, давай. Я не знаю, как быть. 47 секунд позади. А, ты тоже не заезжаешь? Ну да, вообще вафля. Ну, это такой снак. Вот так вот, да? Не заехал. 57, 58, 59. Ну, мягко говоря, время вышло. А, ты не заехал. Я хотел тебе уже балл отдавать, но ты не заехал. 5-2 по баллам, да ты ребята. Ты бы там вгрызся бы в этот балл, я знаю. Ну, конечно, я же, блин, не отдам просто так. Не отдам, знаю. Тихо. Я что-то не туда телепортировался. И, пацаны, 6-й раунд. Мы переходим к 6-му. 5-2 по баллам. Так, подожди, надо удалить торек. Боже, я так быстро это все сделал, что опять телепортнулся в мой стейлиан. А у тебя один офигенный маслкар, который... Против краба это тоже краш. Вторая, третья, я понял. Нормально тебе сплошные дорожники, что за бред? Да, я на крабе поеду, брат. Я готов, ты готов, да? Поехали. Поехали, пацаны, 5-2, и мы еще будем бороться за этот балл. Будет, возможно, 6-2. Если, конечно, краб сможет. Твой маслкар тоже может. А это не тот краб, он цепляется. Ты понял? Да, хорошо. Да, это не тот краб. Их, как я, ну, напомню вам, ребята, у нас 3 на сервере, и какой-то из них вот очень хороший, а 2 остальных такие слоупочных овоща, которые очень плохо едут. Но при этом 11 ступенька, и главное, чтобы время кончалось побыстрее, он не едет дальше. Что делать-то? Так, жопой, поехали, ладно, пока еще едем. 35, 36... обидно-то как, давай что-нибудь придумай-то здесь. 43, ну да. А, не, подожди, еще едет. 45, 47. Не заехал. 51, 52. Не заехал. Это как не упал. Да блин, ты заехал, да. А, минута 0-1, да, ты все заехал, но дальше ты уже не успеешь, я, собственно, тоже. 14 ступенька. Экстрабал повторил. Экстрабал аннулирован. Экстрабал аннулирован. И получается, что 5-3 по баллам. Это что у нас? Блин, это ГГ. В моей карьере. Вот это то, что надо. Вы думаете, что это инвалид, но на самом деле, ребята, на самом деле, если мы кое-что сделаем, если мы сделаем вот это и это, ничего не произойдет. И не будет использовать прыжки, кстати. А что не произойдет? Подожди. А вот, все, короче, я готов. Тяжелый выбор, что взять. А, я, кажется, знаю, что взять. Ну, прыжки мы не будем использовать, на самом деле. Прыжки-то мы не будем использовать. Я, в принципе, готов и поехали. Поехали.
Поехали. Ну, гусеница должна. Должна ехать очень хорошо и очень далеко. А это значит, что мы не должны отдавать баллы Дунь, которые очень сложно нам даются как-то сегодня в серии. Тебе с херами тебе не сложно даются. Мне очень тяжело тебе дается. Тебе за один раунд выпало два пикапа огромных. Я вывалил себя. Ну и чё, сложно что? Даются ему там. И при этом я проиграл на этих пикапах, блин. Ну так взял пикап, не проиграл бы. Это же твой выбор был. Да конечно, краб я взял. Конечно. Краб точно не должен ну, был проиграть. Вот. Да в... А, ты там, да? Серьезно? Ты не едешь, да? Все же. Я туда. 6-3 тогда по баллам. Ну да. Я дальше тоже не поеду. Я дальше... Ладно. А, ты уже удалил, да, тачку? Все, ты готов, да? Да, и все. Ладно, ребята, 40 секунд позади, я дальше точно не поеду, и смысла биться об ступеньку нету. 6-3, 3 тачки у меня, 2 тачки у тебя, и того у нас получается 7-й раунд. Бугатти, Lexus, автобус точно мы не берем. Блин, Lexus брать или Бугатти? Я на Бугатти ни разу не ездил. Я, конечно, попробую, Lexus точно знаю, не едет далеко. Подвеску убрать, броню убрать, я готов. Давай. Я готов, поехали. А, у тебя перед поднимает. Ну да. Ну да. Должен. 6-4, походу, будет. Так, Бугатти тоже поднимает, но как-то странно. Да, нормально. Нормально. Ладно, 15 секунд позади. Это ты вывалил? А, это твой капот. Подожди-ка. Этим добром мы будем пользоваться, спасибо. Отвали что-нибудь еще. Капотом я воспользовался. Да. Давай, поехали, поехали, Бугатти. Да, я прикол. Заехал. Я заехал. Ты все? Серьезно? Да. Ну, я еще пока не радуюсь, потому что 30 секунд позади только лишь. Ну, 36, если быть точнее. Ну да, я говорю же, я не радуюсь. Ладно, я понял. Есть тактика. Есть тактика. Да блин! Ага, капот как бы, оставь мой, ага. Я думал, не заметишь, 55 секунд позади. Да ладно! Ну не поедет она минута. Минута, да, минута, все же. 7-4 по баллам, и мы переходим, ребята, к 8-му раунду. Обидно-то как. По 3 тачки оба. Угу. Чё брать-то? Ну, Форестер можно взять и попробовать. У меня тоже был жук, у меня тоже был жук, кстати. Да, тоже был жук, но я попробую Форестер взять, я не уверен. Я вообще... А, ну тебе ещё и маслкар, это будет уже твоя победа. Явно так, подвеску, броню, все, поехали. 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 Но, блин. Не уверен, что Форестер затащит, но зато 7-5 это, конечно, круто, плюс экстра ничейный. А, обидно. Ну все, и Форестер сдулся. Как я и предполагал, ребята, ну жук бы тоже сдулся еще бы раньше. Что делать-то? Можно попробовать, конечно, бампер отломать от Форестера. И может быть что-то как-то получится, но я сомневаюсь, что это рабочая схема. 30 секунд позади. И бампер у меня не ломается. 14 ступенька, я напомню, у нас экстра. Поэтому, братан, что будем делать? Ехать будем. Будем ехать, 40 секунд позади. Да, я думаю, тут понятно, ребята, тут уже все. Давайте посмотрим за Дони лучше, как он будет ехать. 13 его, 14. Не, не побьешь, мне кажется. Слишком какой-то он слоупочный. 51 секунда позади. Ну, не заедешь. Ну, да. Не, даже жопа не думаю. Очень длинная, да. Аннулируем мы таймер. У тебя 3 тачки, у меня 2 тачки, и у нас получается 10-й раунд уже. А, Кеннис. Опа. Опа. Она очень медленная. Она очень медленная, ее брать нету смысла, я тупо не доеду. У тебя что? Ауди, да? Понимаю. Не знаю пока. Ну, Адер что-то я не... Попробую Адер лучше возьму. Мне кажется, Адер должен что-то показать. Посмотрим. Я готов, давай пробовать. Поехали. Поехали, брат. 7-5, я напомню, по баллам, ребята. 10-й раунд, остается всего 3. Точнее, 4 с этим раундом. И надо тащить. Надо тащить. А, что? Все, встал, серьезно? Нет. Ну, Кеннис, давай. Друг другу поможем, только я буду первый. Ладно, не надо. Помощь а мне помощь твоя не твоя? Нужна. Помощь не нужна. Конечно. Я поехал конечно, дальше. Конечно. 9-я ступенька моя. А, она под лестницу. А, серьезно, да? 8-5, пацаны. 3 раунда позади. Точнее, остается. Позади. Не то сказал. 9-я ступенька у меня. Ты все, да, получается уже? Да.
Ты все. Да, да, все. Надо под лестницу зажевывать. А мы попробуем пока что покорить 10-ю ступеньку, но у меня ничего не получается, поэтому, ребята, удаляем тачки и погнали тогда спавнить следующие тачки. У нас 11-й раунд и Range Rover, фургон и Polo. Фургон брать не буду, Range Rover не уверен, но попробуем. У тебя что, по две тачки, давай. Так, давай, первая не считается. Потому что у меня самолет, вертолет, да, понимаю. Первая у меня Audi, опять второе. Audi. Кстати, та же, по-моему, байк, да? Байк. Так, нормально. О, прикольно. Я готов, ты готов? Да, поехали. Поехали, брат. Поехали. 8-5 по баллам, ребята. То есть 3 раунда. Если сейчас Донни выигрывает и при этом бьет экстра, то он победил. Если же хотя бы в одном раунде я выигрываю, то все уже. Но тут победит-то Донни. А ну... у него и тачка, кстати, хорошая. Это Дюн, он очень хорошо взбирается. Очень хорошо взбирается, ребята, Дюн. Я думаю, да, Рэнш уже встал, поэтому давайте лучше посмотрим мы за Донни, потому что тут интереснее смотреть за этим маслкаром, чем за моим овощем. 30 секунд, так, позади, давай, брат. Давай, давай, нормально. Мне поехали, надо хотя бы 11-е. Одну ступеньку за 14-е покорить, и все. Не заехал, 40 секунд позади. 12-е. Заехал. 3 ступеньки осталось тебе. 45 секунд позади, не успеешь. А, они жопа длинная. Не успеешь, да. Ну заехал ладно, сюда, 51, но дальше не поеду, да. Все, да, смысл. Ладно, ребята, получается 8-6 по баллам, и у нас остается 2 раунда, пока что все очень плохо. Максимально плохо, я 2 тачки снова спавню, Карин, и вторая, я понял, я беру Карин. Рандом мне вообще ничего не дает. Ёпта. Ага, с большими колесами Бугатти. Автобус и фургончик. Понимаю, давай, да, что берешь? Это лажа просто, ну просто лажа. Ну а что мне брать, я не знаю. Просто Бугатти это кончено. Ну пробуем, Карин тоже хорошо не едет. А, ты провалился. Что? Нормально, поехали. Let's go, поехали. Давай, поехали быстрее, быстрее, пока убери, игра не крашнулась. Дополнительно, убери дополнительные какие-то вещи. Багнется как-нибудь или нет? Ну я не думаю, что она багнется у тебя. Но она заезжает до определенной какой-то ступеньки, я точно помню. Так, Карин, поехали, Карин, 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 Карин. Понимаю. Ой. И... Чё там у тебя? Ой, конечно. Еду. Блин, о, я мог заехать. Так, тихо, ты, главное, в меня не врезайся. Не, ну это читерство, брат. Это читерство, брат. Я не знаю, просто машину прокачал, я ничего не знаю. Так, Карин, да она просто там некоторые текстурки убрала, и все, это прокачка. 40 секунд позади. И мы, собственно говоря, пробуем на следующую ступеньку заехать. А, ты уже на 11-й. На 11-й, да. 46 секунд позади. Блин, капотом, конечно, можно попробовать что-то сделать, но это будет всего лишь 10-й, а до 11-й я не знаю, что делать. Да и капот не помог, да ну, 56 секунд, все, время вышло. Отлично. 8-7 по баллам. Ребята, остается последний решающий раунд. И будет либо ничья, или же все-таки моя победа. А где я? А, ты где-то у меня, ну, тебя, видимо, сломала эта тачка. Меня она сломала. Так, все, ну я, это такое себе. А, нет, не оделся. Так, это крашит. Такое себе. Слушай, короче, я прозрачный теперь буду. Да, понимаю. Первое. Блин, гребаный рандом. Кэдди мне выдал. Буффало у тебя. Ты опять прозрачный. Блин, электрокар или же гелик Юрца. Ну, гелик Юрца плохой. Тогда берем его. Окей. Погнали. Время запускаю, поехали. Давай, давай, давай. Поехали, ребята. Мафия Форева или же все-таки гелик? Ёж. Угу. Ёшки, матрёшки. Понимаю. Вот это диван. Такой диван мне можно в итоге в гараж засунуть. Так. Хотя этот диван, наверное, стоит как мой гараж. Так, ладно. 18-я ступенька. И я все, кажись, да, что ли? Или я все-таки заеду? Или я все-таки заеду? А ну-ка пробуем, ребята. Мы не сдаемся до последнего, 27 секунд позади. Ломайся, бампер, я в тебя верю. Ты че такой громкий-то? Ты дурак, что ли? Я просто чихнул. Я в смысле чихнул просто. Так, ладно. Ребята, пробуем. Блин, можно как-то ее подвинуть? Бампер, да? Можно ли как-то ее подвинуть? Подожди, пока есть время, 40 секунд позади. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бампер. У меня будет только одно право на ошибку. Давай. Еще время есть. Все отлично, так, и теперь разгоняемся, 54, 55, 56, 57, я заехал, ну при помощи бампера, братана, как быть-то иначе, я заехал, ну время вышло.
Да ты, капец, использовал там читы, бампера, блин, не бампера. Ну, ребята, да, чисто из-за бампера, как бы, я заехал. Я признаю, чтобы тачка не... Ну, тачка бы сама не заехала, это я не спорю. Но при помощи бампера я все-таки смог. И при этом мы бампера раньше использовали. Поэтому напишите в комментариях, на самом деле, засчитывает ли мне этот балл за ничью, или же все-таки победил Донни в этом раунде, и тогда ничья в любом случае. Или же все-таки я победил. В общем-то, жду ваших комментариев, а на этом мы прощаемся. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока. Пока. Thank you.